Всем привет! Продолжаем рассматривать картины Доминикино Дзампьери «Охота Дианы» 1616-1617 год, холст масла 225 на 320. Художник изобразил состязание нимф меткости стрельбы, подобно тому, что было описано в Энеиде древнеримского поэта Вергилия. Одна стрела должна была попасть в дерево, вторая в ленту, а третья в летящую птицу. Диана продемонстрировала свое умение. Не скрывает радости, потрясает в воздухе луком и колчаном, а нимфа слева всматривается в цель, натянув тетиву. Другая нимфа в центре сдерживает борзую, готова кинуться на кого-то, прячущего за пышными кустами. Так в картине возникает мотив мифа об Актеоне, который увидел купающуюся нагую Диану, чем очень разгневал ее. Она превратила охотника в оленя. Его разорвали собственные собаки. У художника присутствует лишь намек на миф и его драматическую коллизию. Поэтому атмосфера полотна остается легкой. Игривый дух, царящий в работе, лучше всего выражает две юные нимфы на переднем плане, сидящие в ручье. Одна из них уже вступила в пору телесного цветения, еще по-детски невинно смотрит на зрителя. Вторая с ребячьим удивлением указывает вдаль. Эти две девичьи фигурки связывают зрителя с происходящим на полотне. Ну, вот такое описание охоты Дианы, Доминикино, Доминика Дзампьери я нашел в интернете. Все, всем пока, всем привет, до свидания.